вами Светлана Багиела, я очень рада вас видеть и добро пожаловать на мой канал. И сегодня речь пойдет о маленьких чудесах, а чудеса случаются только там, где в них верят. Компания Марикей всегда верит в чудо, создавая свою новую коллекцию, особенно если это коллекция по уходу за телом. Believe in Wonder, именно так называется новая коллекция по уходу за телом от Марикей, представленная в трех парфюмерных звучаниях – цитрусом, фруктовым и ягодным. Конечно же, вся коллекция представлена в трех составляющих: гель для душа, увлажняющий лосьон и потрясающая новинка – увлажняющий парфюмированный боди-мист для тела. Мое основное выступление будет посвящено именно боди-мистам, потому что это действительно нечто особенное и нечто новое. Это то, чего у нас раньше не было. Гель для душа и лосьон для тела – это такие привычные вещи, которые женщины во всем мире ценят, любят и знают. Они знают, насколько высокое качество компания Марикей вкладывает внутрь. И для меня очень важна внутренняя составляющая, потому что красивая оболочка – это не всегда залог хорошего качества. Так в отношении нас самих. Мы одеваем с вами красивое платье, делаем прически, делаем макияж, одеваем украшения, но это все только внешнее. Очень важно, какое качество тела находится под одеждой. Очень важно качество нижнего белья, которое на нас. Именно эти составляющие говорят об истинной ценности женщины. Я думаю, что вы со мной согласитесь. И женщина несет себя очень гордо, когда знает, что в ней все безупречно. И когда мы наносим средства по уходу за кожей от Марикей на лицо и на тело, мы точно знаем, что мы наносим средства высочайшего качества, прошедшие высочайший контроль. И это не только потрясающе красивая оболочка, но и потрясающий внутренний состав. Поэтому я не буду долго останавливаться на удивительных свойствах геля для душа и лосьона для тела, а уделю свое внимание действительно новинкам. Тем более, что вы в своих комментариях уже очень давно просили меня сделать обзор на эти увлажняющие боди-мисты. Дело в том, что они у нас в продаже только 16 числа. И я, конечно же, очень давно их уже попробовала, но хотела продемонстрировать эти средства вживую, потому что женщины – это те создания, которые любят глазами и ушами одновременно. И вы знаете, мне кажется, что действительно философия, которую компания вложила, создавая эти потрясающие спреи, она особенная. И не зря компания так назвала три парфюмерные линии: «Sail to the Moon», да, которая в переводе дословно означает «дотянуться до луны», «Paint the sky» – «разукрасить небо», «Chase a rainbow» – «преследовать радугу». И в этом видео мы сможем с вами дотянуться до луны, разукрасить небо и преследовать радугу. Это действительно удивительная история. Удивлять и удивляться – вот смысл, который компания Марикей вложила в создание этой новой коллекции по уходу за телом. Итак, давайте разбираться, что же такое парфюмированный боди-мист и чем этот парфюмированный спрей отличается от привычной нами ароматической коллекции лотоса, бамбука, инжира и красный чай, которую мы так долго любили, обожали, постоянно использовали. Я постоянно рассказывала вам о том, что эти спреи – это лучший выбор в парфюмерии в летнее время. Прежде всего, это средство, обладающее очень хорошими уходовыми увлажняющими свойствами. После нанесения этой дымки для тела на теле создается особая невидимая увлажняющая вуаль, которая совершенно не утяжеляет тело, не создает дискомфорта в знойные жаркие дни. Например, когда я пользуюсь увлажняющим лосьоном для тела, моя обладательница очень сухой кожи, особенно в области тела, во время вечерней тренировки, конечно же, я чувствую некую липкость. Конечно, во время тренировки я потею, и мне немножечко тяжеловат лосьон для тела. Но я не могу от него отказаться, иначе я целый день буду чувствовать сухость и дискомфорт, и я не буду ощущать приятностей при касании к своему телу. Поэтому я каждое утро обязательно наношу увлажняющий лосьон, естественно, каждый вечер. Но дымка
для тела это прекрасная альтернатива. Во-первых, очень многие женщины хотят тратить время на то, чтобы наносить обильное количество лосьона, равномерно распределять на все участки тела, да, и это занимает, ну, порядка там 5 минут каждое утро. Не все женщины даже делают макияж по утрам, не все женщины успевают позавтракать. Ну, у каждого свои приоритеты, поэтому Body Mist — это такой смарт-продукт, который решает очень много задач одним движением. Распределяя эту дымку для тела, вы, первое, увлажняете тело, во-вторых, оно, ну, невероятно приятно пахнет, очень дорого, очень вкусно и очень ненавязчиво. Поверьте, с этими ароматами вы будете чувствовать себя просто королевой на фоне всех остальных людей, женщин в своем коллективе. Это, знаете, особое выражение любви к себе, потому что такие мелочи формируют действительно ваше комплексное отношение к своему телу. Тело – это храм для души, и в нашем теле мы проживаем всю нашу жизнь, и только от нас зависит, будет ли нам это тело нравиться или нет, поэтому уход за телом настолько важен. Теперь я хочу детально разобрать ароматы, потому что главное предназначение этих боди-мистов – это действительно ароматизация вашего тела. И ароматы действительно абсолютно разные. Мне нравятся все три аромата, без исключения. Я не знаю, как вам сделать выбор. Выбор очень сложный, потому что женщина – создание очень переменчивое. Нам хочется источать аромат, который будет соответствовать нашему внутреннему состоянию, нашему настроению, определенному случаю. И поэтому я не знаю, какому именно состоянию вам хотелось бы отдаться. Ну, давайте разберем по порядку. Sail to the Moon – это цитрусово-цветочный аромат, который погружает вас в жизнь, будоражит ваши органы обоняния и дарит вам смелость и возможность покорить все самые заветные вершины, дотянуться до Луны. В его верхние ноты входит розовый грейпфрут, который действительно придает эти нотки искрящейся цитрусовости. Действительно, нужно попробовать и ощутить эти ароматы душой и телом, и для того, чтобы понять до конца смысл, который компания вложила в эти баночки, недостаточно посмотреть мое видео, обязательно нужно прийти попробовать. И с вашего позволения я детально зачитаю вам составляющие ноты этого аромата, потому что запомнить это все невозможно. Верхние ноты – розовый грейпфрут, ягодное цветение. Средние ноты – коралловая жимолость, палеантес и индийский жасмин. И нижние ноты – шелковый мускус. Мускус – это всегда афродизиак, поэтому будьте с этими боди-мистами очень осторожны, потому что все мужчины, которые чуют от вас эти потрясающие ароматы, они будут поражены наповал. Итак, Sail to the Moon – это для любительниц цитрусово-цветочных ароматов. Но я бы его назвала даже просто цитрусовым, для того, чтобы не путаться. И это очень легко запомнить. Такой зеленый нефритовый оттенок у меня ассоциируется с оттенком лайма. Лайм – это цитрус, и, соответственно, Sail to the Moon – это цитрусовый аромат. Поэтому, ну, как бы запоминайте вы тоже, потому что, когда я готовила это выступление, для меня было очень сложно запомнить, как разделять каждый из этих ароматов. Я думаю, что у вас такая сложность тоже будет. Paint the Sky – разукрасить небо. Это мой фаворит. Естественно, я обожаю все, что связано с розовым цветом. И когда я наношу его на свое тело, мне кажется, я одеваю розовые очки. Это такой фруктово-цветочный аромат, который действительно высвобождает все самые тайные желания. Это аромат для творческих личностей. Мне он очень нравится. И обратите внимание на ноты этого аромата. Верхние ноты – черная смородина, цветок яблока и ревень. Средние ноты – фрезия, сандаловое дерево, цветок апельсина. Нижние ноты – бархат, белое дерево, золотая амбра. Насколько я поняла, по нижним нотам все три боди-миста являются афродизиаками, поэтому это, знаете, такая наша женская штучка, которая тоже является оружием массового поражения, особенно после тех ощущений, которые дарят эти спреи на вашем теле, и после тех ароматов, которыми ваше тело благоухает. Просто не остается у мужчин ни единого шанса, как обратить на ваше внимание и вас любить.
Chase Rainbow. Это такой ягодный аромат для женщин, которые привыкли жить по полной, для фееричных особ, которые любят разнообразные краски, которые любят наблюдать радугу, которые искрометные, которые действительно не боятся жить, и жизнь их полное открытие. И я хочу вам объяснить, что эти мисты, они имеют не очень контрастный аромат. Все они слегка чем-то похожи, но при этом они настолько разные, что действительно они возбуждают абсолютно разные эмоции. Здесь нет такого контраста, как перед ароматом Илиши и ароматом Джорни. Это два категорически разных по звучанию аромата, по яркости, по насыщенности нот. Эти боди-мисты, они по насыщенности абсолютно одинаковые. И мне кажется, что эти мисты, это действительно та изюминка, это та небольшая специя, которую вы добавляете в свое блюдо для того, чтобы это блюдо правильно звучало. Итак, Chase Rainbow. Какие же ноты в этом боди-мисте? Верхние ноты. Арбуз, сочная груша, индийская манго. Средние ноты. Жасмин, водяной, цветочный аккорд. Нижние ноты – листья фиалки, амбра и синий мускус. Ну, в общем, как вы поняли, афродизиаков в этом боди-мисте намного больше, чем в предыдущих двух. Поэтому именно этот боди-мист – это для женщин, которые живут по полной и наслаждаются каждым моментом своей жизни. А вообще, мир настолько ярок и настолько разнообразен, и столько всего нового появляется в индустрии красоты, что мы просто обязаны быть в курсе всех новинок. Обязательно должны использовать эти новинки для того, чтобы саморазвиваться, самоулучшаться, становиться еще красивее, еще лучше, и обязательно позволять выходить за рамки привычных вещей. И все эти три аромата – это ассоциация с чем-то приятным, с чем-то вкусным, с чем-то, что приносит наслаждение. И дает понять, что Вселенная открыта для ваших желаний, для ваших эмоций, для вашей радости и счастья. Радуйтесь каждому моменту, мечтайте, верьте в чудеса. И помните, что чудеса случаются только там, где в них верят. А с вами была Светлана Бугела. Я очень надеюсь, что вы попробуете обязательно эти увлажняющие продукты, парфюмированные спреи для тела, и ощутите те же прекрасные эмоции, которые ощутила я. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Ставьте пальцы вверх, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, и я всегда рада быть вам полезной. И пока!